Согласно новому нормативному документу на белорусские организации, индивидуальных предпринимателей, представительства иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Беларуси, то есть налоговых агентов, не возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет подоходного налога с доходов, выплачиваемых физическим лицам, которые признаны налоговыми резидентами нашей страны от возмездного отчуждения имущества. С 1 января 2013 года налоговым агентам не требуется исчислять, удерживать и перечислять бюджет подоходный налог с доходов физических лиц при приобретении у них следующих видов имущества: жилого дома, квартиры, дачи, земельного участка, машиномест, а также автомобиля, общая масса которого не превышает 3500 кг и число сидячих мест которым не превышает 8, или иного механического транспортного средства. Причем удерживать подоходный налог агентам не требуется, независимо от количества приобретаемого ими у данного лица имущества одного вида. В связи с этим физлица, у которых подоходный налог из указанных доходов в 2013 году был удержан, имеют право на его возврат. С вступлением в силу 455-го указа о налогообложении физических лиц от возмездного отчуждения от имущества, если такое является вторым и более, будет осуществляться в порядке, установленном налоговым законодательством. А именно, физические лица, которые получили доход, подлежащий налогообложению, обязаны в период до 1 марта 2014 года подать налоговую декларацию и уплатить до 15 мая 2014 года подоходный налог. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.